В Люберцах прошел турнир по стрельбе из пистолета Макарова. В твердой руке и зорком глазе состязались 9 команд. Среди участников были не только сотрудники правоохранительных органов, но и представители гражданских профессий. Григорий Ворванин узнал, как выбить 100 очков из 100 возможных. Во время учебы в университете МВД Максим Бажанов профессионально занимался стрельбой. Навыки, полученные в ВУЗе, лейтенант внутренней службы сейчас применяет на практике. В основном во время турниров по стрельбе. На этих соревнованиях из 100 возможных очков выбил ровно 100. Говорит, помогает установка, которую давал ему тренер. Теперь сам обучает стрельбе сослуживцев. Я хочу обучать людей. У меня это хорошо получается. У меня есть хороший тренер в университете МВД, которым он занимается до сих пор. Все эти знания, которые я до сих пор передаю новому поколению. Соревнования по стрельбе, посвященные Дню защитника Отечества, проводятся уже 6-й раз. В этом году в них участвуют сотрудники прокуратуры, полиции, народной дружины и администрации городского округа. Свои 10 выстрелов за счет турнира сделал Владимир Ружицкий. Желательно стрелять уметь, но чтобы в жизни это не пригодилось. Задача мужчины – оружием владеть. Поэтому вот сегодня мы как бы попробовали вспомнить некие навыки, которые были в свое время. Я в свое время тоже служил в вооруженных силах, поэтому приходилось стрелять из разных типов оружия. Ну вот сегодня немножко в очередной раз вспомнили, что это. Победителями турнира стали сотрудники полиции, те, кому по долгу службы нужно уметь стрелять точно. На втором месте стрелки из команды «Спартак», бронза у представителей общественного совета управления МВД. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.